Привет, это наконец-то сбылось. Я заказала себе микрофон, чтобы мои видео стали еще лучше. Заказывала я их на Алиэкспрессе. Пришло Сберлогистикой. В принципе, дошло за недельку. Я хочу сейчас открыть, посмотреть, что в комплектации входит. И далее вместе с вами протестировать. И от вас хочу услышать, как же лучше было, без микрофона или с этим микрофоном. Давайте откроем коробочку. Она запечатана пленкой. Комплекте блок для айфона. Я заказывала чисто под айфон. Далее сам микрофон. Он тут может заряжаться. Мы видим Type-C разъем. Вот. И в принципе вот это должно быть ветроустойчивое. Мы с вами протестируем дополнительно на ветер. И если она будет мне не подходить, я захожу еще такую мохнатушку сюда. Так, что у нас тут еще? Кабель для зарядки. Так, пакетик. Что в пакетике? Что же там в пакетике? Откроем. Ага, запасная защелка. Она очень понадобится нам. Так. Здесь у нас, ого, смотрите, вот в такой вот сумочке красивой. Сумочка, это, видимо, чтобы переносить микрофон. Он должен туда поместиться. И Type-C. Как раз для зарядки. И маленькая инструкция, мануал. О, на английском языке. На английском и китайских языках. Для того, чтобы узнать, как же все-таки ей пользоваться. Угу. Отлично. Ну что, давайте проверим прямо сейчас. Сейчас я подсоединила свой микрофон к айфону, точнее вот эту его часть, и включила микрофон. Здесь должна гореть зеленая кнопочка, как она и горит. Как слышно? Прием, 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 прием. Как слышно? Решил затестить микрофон, перевернув камеру на себя. Ну, как слышно? Прием, 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 как слышно? Сейчас включен микрофон. Сейчас микрофон выключен. Как слышно? Прием. Ну, все-таки сравнивайте, говорите, пишите мне в комментариях, как лучше. Я пока что не слышу и не понимаю. Решила проверить на улице, так как очень много съемок я провожу на улице. Как меня слышно? Прием, прием. Но ветра практически сегодня нет. Как и обещала, проверяю работу микрофона на ветру. Прямо сейчас на меня и на мой микрофон дует сильный ветер. Ну как? Ветрозащитный он или нет? Что скажете? Пишите в комментариях.